У тебя есть ли... Ты иди. Тебе... Стоп. Мне... Да помог! Эй, Эйвор! Не стоит привлекать внимание. Сюнин, укажи путь.
Нужна твоя помощь, Сюнин. Здесь тебе ничего не грозит. Валка поклялась, если с тобой что-то случится, я отвечу 10-кратно. Да, она своих в обиду не дает. Обещай мне одну вещь. Что бы ни случилось, ты никому об этом не расскажешь. Клянусь жизнью, никому не скажу ни словечко, кроме тебя.
Бунин! Когда ты рядом, мой ворон, моя память остра, а цель видна ясно. Но там, в Нифльхейме, все как в тумане. Я не могу взять тебя туда. Даже я едва прохожу сторожевую стену. Да и то лишь, если оставлю свое оружие здесь. Не дуйся. Я не стану рисковать тобой. Кто тогда напомнит мне о цели? Да, Бальдр, мой сын. Свет мира, томящийся где-то в темном замке Хель. Его взяли слишком рано. Отняли у нас. Я не отступлюсь, пока не одолею судьбу и не верну Бальдру жизнь. Ты прав, Мунин. Если браться за такое, следует поспешить. Пора отправляться к Хель.
Сокровища Нифльхейма хорошо стерегут. Вначале надо убить стражу, затем убрать щит. Дело. Эй, что? Связан с жизнью стража и со смертью. Назад пути нет. Будь настороже. Стоять!
Что-то стряслось? Оленьи святилища исцеляют тело. Это воин не из простых. Быть может, держит при себе что-то ценное?
Надо держать ухо востро. О, эй, иди сюда! Умрешь быстро! Что происходит? Нужно быть начеку. Что-то рыскает, точно вор. Иди к своим жалким! Сегодня не повезло.
Зачем ходить в лавки, если моя сама придет к тебе? У тебя с собой целая лавка? Весьма недурно. Договориться можно с кем и с чем угодно. Даже с самой этой мрачной землей. Хочешь взглянуть на мой товар? Что ж, давай приступим к делу. Ты снова здесь? Что тебе нужно? Сразись со мной, хозяйка опозоренных. А лучше верни мне сына, и я оставлю тебя в покое. Я могу вдохнуть жизнь в мертвую плоть, одним шепотом созвать войско. И ты считаешь, что у тебя есть надо мной власть? Если так, почему ты не покажешься? Чего боишься? Мой страх выше твоего понимания. А вот твой хорошо известен мертвым.
последней. Добро пожаловать в дом Дани Мертвеца, бродяга. Прости, что не принял тебя с почестями. Мой враг добрался сюда первым. Ты явно за кого-то меня принял. Я просто скитаюсь. Ха, брось, Хави. Я много где был. До того, как Дурв захватил мою плавильню, пленил работников и обрезал канаты. Канаты? Я развесил канаты надо всем Дёкерланом, когда заправлял плавильней, и перевозил все по ним, над землей. Звучит внушительно. Ты будто собирал настоящее войско. Ха-ха, моих запасов хватило бы на сотню войск. Но что в этом толку, когда Дурф нанял дурсов, чтобы лишить меня всего? Скажи, твоими канатами еще можно пользоваться? Лишь частью. Но если моих двергов освободят, мы снова все протянем. Проложим тебе путь через Дёкерлан. Достойное предложение. Ты знаешь, где именно их держат? В самой плавильне. Есть два турса, у каждого связка ключей. Значит, если я добуду у турсов ключи и вызволю узников, ты протянешь канаты? Тогда я верну плавильню и клянусь Дурином, мы навяжем больше узлов, чем Норны! Ха-ха!
Надо спешить. Воздух накаляется. Душный прием, да хозяев нет. Этот для мертвых или всякому подойдет? Ага, здесь есть послание.
Что же мне выбрать? Желчь бури, жжет как огнем. Один напиток за раз. И у радушия есть пределы.
Вынюхивает что-то, рыскает, точно ворон. Возможно, здесь найдется что-то ценное. Уцелеет. Получай!
Умеешь ты ладить с животными. Я умею убивать всякого рода тварей.
Думаешь, я не пройду? Забыла, кто достал твой мир из задницы Имира? И пошлю назад в пустоту, если придется. Вряд ли они тебя слышат, старина. Ты пришел, чтобы помочь нам, мой сын? Я принес вести из дома. Пока ты тут тешишься мечтой вернуть Бальдра, в Асгард пришла война. Мне всегда удавалось обмануть ожидания и совершить невозможное. Как я могу отступить, когда речь о жизни твоего брата? Мой сводный брат мертв. О какой жизни речь? Ты любишь наставлять всех вокруг, но чужих советов даже не слышишь. Ты можешь назвать того, кто мудрее меня? Кто столько сражался, столько потерял и стольким пожертвовал? Нет. Значит, ты поймешь, сын, почему я неохотно слушаюсь чужих советов. Значит, ты вернешься туда, в Нифльхейм. Столько раз, сколько будет нужно. Доброй битвы, отец!
раньше не встречались? У тебя какое-то знакомое лицо. Такое же, как у моих братьев. Они живут где-то рядом? Вроде того. Но они живут. Они мертвы. Сосланы в Нифльхейм за то, что ввязались в темные делишки, скажем так. И ты пришел почтить их память? Ха, нет уж. Я пришел зарабатывать. Видишь ли, у меня с братьями связь, как у тебя с воронами. Только крепче. Когда я на границе Нифльхейма, то могу видеть их глазами, слышать их ушами и... Понимаю. Но что это дает тебе и зачем это мне? Я выведал у мертвых пару секретов. Могу предложить их тебе в качестве... услуги. Что скажешь? Возможно. Что ты предлагаешь? Спокойно. Ты в Рейвенсторпе. У меня в мастерской. Как себя чувствуешь?
Помнишь что-нибудь из сна? Очень мало, но чувствую, что должен куда-то спешить. Не удивлен, учитывая, что я тут слышал. Но это всего лишь грезы, а теперь тебе стоит отдохнуть. Хочешь увидеть, что я создал, слушая тебя? Покажи.